И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Extinction. И сегодня мы пойдем захватывать больше дропов. Да, я уже говорил, что закадровое будет в кадре, потому что времени нету. Но, черт побери, во-первых, я хочу показать, так и так хотел вам показать тактику, которую я буду придерживаться. А во-вторых, я вспомнил, откуда брать хороших мехов, и да, это с дропов. Я не помню уже, откуда я это находил, точнее, узнавал, читал, не помню. Ну, в общем, с дропов и еще раз с дропов. Так, музыка все нормас. Короче, смотрите, нажимаю на один, это все, которые будут ходить атаковать. Вот. Нажимаю на 2, это те, которые будут стоять в дефе. Суть в чем? Топежа с помощью читерного мода на седла, типа ускоренные, но по факту они не ускоренные. Вот. Получился у нее тег броня 100, ну почти 110 защита. У совушки получилась бронька 72 брони. Тоже неплохо, вполне не кисло так будет дефаться. Ну и газбакс. Черт побери, этот пухляш мне сразу же такой... Я реально задумался. А почему бы не качнуть ему ХП? И оп! У него дофига быстро качается ХП. А еще если им надуться перед тем, как встать в дефе, это еще собака будет и получать урон намного меньше. Он и так получает урон будет очень долго. Так еще и... Дефаться будет очень не кисло. В общем, 3 инфорсера за топежей, 2 льва и велнозавр за газбаксом, и 3 мешаньки зацеплены за совушкой. Сам же я буду находиться на кошаке, он же саблезуб, с помощью снайперской винтовки буду пытаться отстреливать. Если что, в этот же период за собой зацеплю, то есть сяду на велонозавра, и все это дело буду задефываться уже на нем, что как где, это понятное дело. Как видите, всех гачи раскидал по структурам, камон, я что, зря что ли их делал, вот, и сделал второй айтем-коллектор. Один у меня чисто... Да, вот, все правильно открылся. Чисто для кристаллов. И только для кристаллов. Второй для всего остального, что мне нужно. То есть это яйца, это богатки и пивас тоже собираю. Почему бы нет, пускай будет. Камон. И все. Все, что было, можно так сказать. Хотя закадривало немало, но и пофигу, короче. Короче, тут... Если сейчас получится, я сразу же должен тпхнуться к красному телепорту. О, красному дропу. Попробуем, посмотрим. Ха! Стоямба! Фак! В чем проблема? Почему у меня сбросилось? У меня сбросился дальность. Точнее, не дальность, а какого-то фига сбросился радиус. Так. Алло, братва, все на месте? Все на месте, отлично. У меня сбросился настройка. Алло! Ну, дроп увидели. По идее, все должны сюда... Все должны быть вот в радиусе. Еп! Отлично. Так, погнали. У меня на цифрах 4... Так, ладно. Номер 4. Номер 4 это у меня топежа. 5 это совушка. А 6 это газбакс. Они идут, и, соответственно, чуваки идут за ними. Следуют за ними, и все будет хорошо. Так. 4. Давай путь сюда. 5. Вот сюда. 6. Ну, куда-нибудь туда пока встань, там разберемся. Хоп! Отлично. Сейчас пока разберемся. Что, как, да где. Погнали, 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 давай, 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 топежич! Какой ты воду пьешь? Давай, 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 сюда, 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 быстрей. Топежа, будешь стоять здесь. Вот эти, за которыми они зацеплены, они на нейтрале. Эти же
Ну, то есть все боевые единицы, они у меня на агрессивном режиме стоят. И, соответственно, чуть что не так, они всех просто глушат, мочат и все в таком духе. Без каких-либо проблем. Так, газбасик, газбася, давай, топай сюда. Встаешь здесь, надуваешься на максимум. Давай, братан. Отлично, красава, молодец, супер. Красавчик, видали, да, сколько сразу же вкачалось. Отлично. Получилось у меня расставить, пока щит действовал, получилось все это дело раздавить. А теперь, ну, это я ж по щиту бью. Ну, естественно. Ладно, погнали так мочить. Щит, по сути, нафиг не нужен. Вот честно я могу сказать. То есть я просто вот сейчас мочу, я сейчас бью по щиту. Я сейчас бью, не кисло, так по щиту. Зачем он нужен, черт его знает. Поэтому сейчас его щит снимут, и все хорошо. Одно могу сказать, что я благодаря щиту смог расставить всех чуваков у себя по территории. Убираем щит. Отлично. Вот вам и ответ, для чего нужен щит. Так. Отлично. Они рассосались, разбежались. Телекалео куда-то побежал. Отлично. Это очень фигово, что вы туда гасанули. Отлично. Так, Телекалео, отлично, ты вернулся, красава. Что у нас дальше? Возможно, вот это тоже является нужным мне. Снайперская винтовка очень хорошая штука, в том плане, что она бьет вдаль. Так, еще один. Возможно, вон тот. Вот, бьет вдаль, а значит, все хорошо. Ну вот это точно должно было быть оно. Нет? Еще один где-то. Ну окей, отходить не будем. Это, если что, все нормально будет. То есть они задефаются. Ага, ну вот, походу дела, Дилка и подошел. Так-с. Ну, в целом стоит он нормально. Давай даже вот так вот и сделаем. Тебя вообще жопой сюда подставим. Отлично. Ты стоишь нормально, ты стоишь около камешка. Камешек давай уберем. Потому что они мне будут мешаться, как минимум, мне будут мешаться. Чего уж говорить о диносах, которые стоят на каком-либо свисте и так далее. Отлично. Задефали первую волну. Точнее, нулевую волну. И давай посмотрим. Вообще, в целом, у S Plus есть режим. Такой прикольный RTS режим называется. Где ты с видом сверху смотришь, короче, на все это дело и расставляешь. Ну, то есть, как в стратегии, короче, бабахаешь по это. О, кайф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че это если... Мишаня. Нет, не Мишаня. Где моя крыса? Пошел на... фиг. Так, моя крыса вообще на пассиве стояла. Вроде бы стояла на пассиве. Алло! Пошел нафиг отсюда. Так, по своим самое главное не мочкануть. Во-во-во-во, крыса, иди сюда. Отлично, господи, наконец-то. Нажал случайно на ей, получил хаос. Стоять! Ну, ты зря приземлился, короче. Ну, я вам так скажу. Я могу здесь вообще ничего не делать. Походу дела, от меня здесь вообще мало чего зависит. О, господи, вот это Мишаньке урона вносит. Вот это красава.
Вообще просто супер. Так, вон те, я думаю, тоже они как-то... На кого они там сагрились, черт его знает. Но они явно из этой же пачки, которые мне нужны. Для зачистки. Короче, по бруху бить надо. Там, походу, что-то непонятное. Отлично. Ну, чё, братва, живые все? Отлично. Не, газбаксы бы, наверное, все-таки надо отодвинуть отсюда. Один остался, все как обычно, ничего не изменилось. Так, ты точно по себе? Ты точно по себе. Кайф. Такс. Давай, пузатик. Кстати, тут надо будет потом анкилку вызвать и металл полутать. Нифига себе, тут металл, вообще кайф. Кайф, огонь. Супер. Ну давай пробежимся, вдруг кого найдем, где вдалеке, вдруг кто где застрял. Но я думаю, там за камнем такое дебильное место. Кстати, здесь бывают такие места для дропа дебильные. То есть там просто около края карты. Ну типа, тормоз, около края карты. Ах ты ж срань господня. Не, я мало того, что не снайпер, ну так еще и ее гноебит эту... Как последняя тварь. Ну, в голову попал. Я красава. Но это был не он, это была случайная жертва. Ну и насрать. Далеко отходить не будем, но его в баню. О! Музыка не проигралась, а вот и музыка проигралась. Отлично! Так, давай отойдем вот сюда куда-нибудь. О, братва, пошли мочить уже. Красавчики. Так. Ай, дерьмовый из меня ПВО, короче, система, я вам так скажу. Прям конкретно. Точнее, как ПВО. Ну, по сути, да. По сути, как ПВО. Противовоздушная. А, о, как это. Так, 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 братва, не расходимся. Уу, да ты, добрый вечер, Рекс. Давай, иди сюда. Короче, ну я пытался. Все, что я могу сказать, ну я пытался. Ну, он тех тогда помочу хотя бы. Ну, хоть кого-то. Это, пожалуй, походу, единственное, кого я могу здесь убивать. Но, как видите, они опять появились, значит, это точно те, что мне нужно. Но на кого они там агрятся, черт его знает. Как вариант, там какой-то труп. И они пытаются его сожрать. Ну, еще и стека, да ёб твою ж за ногу. Ты ж жиробасина, еще та. Тебе вообще пробить тяжело. Да нет, они уже давно бы трубы сожрали. Какого фига? На кого они там сагрелись, да? 208-й? Да ты чё, жирнич? Так, чё там у тебя? 4. Ну окей. Экс. А, на чё там у меня лечь? Я уже не помню. В голову есть возможность попасть? Нет, конечно. Ой, жирнич. Блин, мне будут как-нибудь это узнать, кого они там пытаются мочкануть. О, Рексуня! Вот ты заспавнился, конечно, вообще не в тему. Отлично. Ну и где еще эта тварь? Точнее, три твари. По идее. Такс. Газбакс. Чувак. Так, ты у меня 6. Слышь? Вот здесь встань. Ты что там, сдулся, что ли? Да нет, вроде надутый. Чё? А чё ты туда улетел-то? Ты же у меня на пассивке стоишь. Ну, на пассивке.
А, слушай, реально поддувается чутка. Ну-ка, давай-ка, воздушка. Красава. Так, давай-ка номер 3 сделаем. Тебя вот добавим в номер 3. Сделаем тебя... Попробуй сейчас его туда отправить, чтобы он туда сгонял. Ага, отлично. Приперся один. Так, у меня номер 3. Группировка номер 3, отлично. Иди туда, сгоняй. Так, Тернадона замочили. А теперь назад вернешься? Да ёб твою ж за ногу. Отлично, красава. Проверить надо, что там такое, из-за чего они стопаются. Мне это прям раздражает. Сейчас, по идее, должен вернуться. Если там кто-то был, он, по идее, должен был сажать этот труп. Отлично. Ну, а я все еще нашел то говно, которое отлично, он и сейчас, можно так сказать. Эй, братан, расслабься, ты скоро вернешься. Давай вот так помогу, что ли. Так, просто тогда сделаем не отцеплять его от себя, точнее, на всякий случай. Вот реально, я вот сейчас смотрю, я понимаю, что... Верно! Ты чё, дурная, что ли? Не, ну, 200! Извините, это было громко, да, наверное? Не, ну, слушай, короче, это... Иди в жопу нафиг! Какая нафиг виверна? Спина. Ой, короче, разбирайтесь сами, пошли в жопу. Иди сюда. Разбирайтесь, короче, что... Ой, да они там все равно все застревают. Нафиг, я что-то тут еще пытаюсь кому-то помогать. О, да я лучше вон с теми дебилами... разбираюсь, которые там опять застряли на ком-то. Вот. Ну ёб вашу ж за ногу. Ты серьезно? Алло. Да пошел ты. Давай иди сюда. Ой, ужас. Ты что еще и тут заспавнился? Ты серьезно? Макс левел? 277-й макс левел, что ли, это? Давай, братан, мочи всех! Чё я тут пытаюсь сделать? Господи! Не, ну я не могу туда подойти чисто физически, потому что... может этот... типа засчитаться, что я ушел от этого. И, соответственно... Ой, да пошли вы в сраку! Ладно, я понял. Отлично. Ты даже ни капли не испугался. Иди сюда. Что-то я не подумал о том, что она у меня может сломаться, просто-напросто эта винтовка. Патронов-то взял дофига, вот то, что она может сломаться, я об этом даже не подумал. Реально, ну тупой, ну что поделаешь. Реально, ну тупой. Так, чувак, давай, короче, иди туда. Вот там мочкани, короче, всех и возвращайся. Я говорю, туда вот там мочкани всех и возвращайся. Тупая крыса. Очень тупая крыса. Проблема будет. Бляха-муха, я понял, что они пытаются убить.
Они пытаются убить мой железный телепорт. Надо было его забрать, я протупил. Они просто на нем тупо стопаются. Ну, ой, ёб твою ж за ногу, ты серьезно? Вот они просто стопаются на этом сраном телепорте. Я сейчас его просто увидел, что они на нем стопаются. Кошмар! Кошмар, дурдом! Ну, кстати, я не знаю, как он сдох тут. О, отлично. Теперь иди сюда. Тупая крыса, иди сюда, тебе говорю. О, инфорсер кого-то замочил. Давай, 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 топай сюда. Ой. Вот, вот реально, ну тупанул я с этим телепортом. Ну кто же знал-то, что вот такая жопа будет полная. Да, ну считается постройка, как ни крути. Че у нас тут? Да нифига, 4 из 5, вообще огонь. Верно, собер, иди сюда, я тебя буду типа убивать пытаться, да? Пиу, пиу, пиу. Ну хотя бы пониже бы могла полететь, а? Жирное отродье, а? Ну, спускайся давай там. С небес на землю, овца. Ну и пошли вы, короче, я тогда буду хотя бы этих мочить убивать. Хоть что-то я могу сделать здесь. Хотя такое ощущение, что в итоге все равно опять... Ой, да пошли вы, короче, помогать вам еще, ага. Братан, ты не сюда приземлился, пошел вон отсюда. О, да, я Дилку убил! Я Дилку убил! Я красава! Да, я смог! А знаете, в чем прикол? Я даже пистолетом не могу подобрать вот эту всю фигню. То есть телепорт пистолетом не подбирается. В этом такая проблемка. Эй, да, сюда, дай хоть... Да дайте, я убью! Мочи! Да, да, я замочил ее! Так, где Жирнич? Газбакс, твою мать! Газбакс, чтоб тебя собака ты... Земноводная. Так, ну не знаю, почему земноводная, иди сюда. Ой, ты вообще такой, короче, непонятный. Вот я понимаю, стоят себе спокойно, ничего, никуда, никто, нигде. А ты, блин. Такс, группировка 3. Ай, прёт, я на тебя рассчитываю. Бесполезно, да, на тебя рассчитывать? Ну да. Он у меня был на пассивке, прикиньте. Я ему свистел на агрессию, он стоял у меня на пассивке, оказывается. Ну? Теперь ты на агрессии, дебил. Да ёб твою ж за ногу, ну туда уже подойди. Да давай уже иди туда. Да мочи там давай всех уже. Ну, о, красава, давай, ты сможешь, я в тебя верю. Что-то он там ничего не делает, короче. Иди сюда, хотя бы согрел их и на том хорошо. Ой, да пошел ты, короче. Так, где ты там соболезу? Сюда иди, блин, Формус. Да ты серьезно? Да чтоб тебе... Да пошли бы. Ну, с теми он справился. А вот где-то два еще застряли. О, тут не кисло так, что ты можешь, да? Ой, но седла хорошего нет, поэтому... Да, и с уроном прям вообще конкретная беда. Прям конкретная беда, но... Честно, честно, я рассчитывал на снайперскую винтовку, но я дебил, извините. Я забыл, что они могут ломаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, ну может он там? Где-нибудь. Сейчас он сгоняет, посмотрит. Есть там кто, нет? Никого, да? Ты ни на кого не агришься.
Ну блин, проблемка. Опять ждать. А их два. И вот это самое тупое. Честно, это самое тупое. И кстати, самое, что больше мне непонятно, это то, что почему фиолетовый считается легендарным, когда а не красный? Почему фиолетовый самый лучший, а не красный? Во всех дропах и так далее красный самый лучший, а фиолетовый это после синего. А тут бах, все, короче, у тебя теперь этот фиолетовый, типа самый клевый. Как это работает? Я не понимаю. В чем логика? Вообще не понимаю. Ну, еп. Ну, жирнич застрял. Ладно, ждем. Ну все. Просерка пришел. Он где-то там тусовался. Вот где-то там тусовался. Он пришел, его замочили. Я как раз газбакса перетаскивал с места на место. Ну, в общем, огонь. Сейчас дроп наконец-то это, в следующей стадии войдет. Что уже хорошо. Отлично. Последняя стадия. И, кстати, глянул сейчас в инфорсеров, у них энергия заканчивается. Не забывайте класть туда элементальную пыль, если вы будете юзать так же инфорсеров, как я. Инфорсеры клевые для дефа, это прям вообще супер что-то с чем-то. Но про энергию не стоит забывать. Ну и так же, как и про дополнительную снайперскую винтовку, если пытаетесь использовать так же, как и я. Ну, а чтоб я еще раз на кисули пошел, да ну нафиг, вот честно. Я без снайперской винтовки вообще походу дело сделать, ничего не могу сделать. Прыгает медленно и так далее, да. Да. Сейчас, короче, сделаем, наверное, вот так. Так, тебя поставим поведение... Агрессивное. Пассивное. Отлично, успел. Так. Сейчас бы найти бы... Саблезуба, мать его. Ну ладно, будем считать, что я не нашел Саблезуба. Отлично. Ты голодный? Братан, да как так-то ты голодный? Пожри хотя бы, что ли. Нифига себе. Вот это прям прикол. О, смотри. Да нафиг. Первый раз такого вижу. Да пошел ты. А не подскажете, зачем мне вообще снайперская винтовка была нужна? Ну блин, ты посмотри. Да это жирнич какой! Офигеть! Да блин! Я не могу достать! Так. Где кысо? Что-то я потерял кысу. Саблезу. Все как обычно. Так, теперь ты сюда. Отлично. Номер 2. Так, номер 1, да, все правильно. Так, номер 1. Или номер 2. Ой, да короче, насрать. Мне нужно как-то вон тех сетивать на себя. Надо реально как-то их сетивать на себя. Что я могу придумать? Так, там телепорт ломается? Блин, не вижу. Ну, естественно, нет. Ну, вы смотрите! Офигеть! Я таких диносов видел только на модах. Типа, тег, трайк и все дела. Так, похавай. Ну, плохо. Буду пробовать сейчас кысы, короче, туда сгонять. Но я очкую. И никакого ни стрелкового, ничего оружия нету. Ну лошара. Лук! Я могу сделать лук. Секунду. Да! Вот они! Вот они, воины, которых мы заслужили. Так. А ну иди сюда, ублюдок. В смысле, выше надо брать?
Вот это я понимаю, высокотехнологичные войны. Че, лучше прям конкретно надо брать? Я ж луку-то стрелять-то не умею, вы че? Я только в упор могу стрелять. С танквилл-дротиками. О, с танквилл-стрелами. А в смысле? О, попал! Тут ты офигел, что ли? Я для чего в тебя попал? Алло! Да пошел ты, козел. Он исчез! Он просто тупо исчез. Я в него несколько раз стрелами попал, и он исчез. Ну вот ж говно, а. О! Нифига себе. Да я Робин Худ, ятишки. А, стрелы закончились. Такс, и что у нас тут осталось? Один! О, да сейчас дроп откроется. Кайф! Ну, то-то сейчас это обидно. Ну, блин, я больше так, конечно, косячить не буду. Я телепорты теперь всегда буду собирать за собой. Сразу. Ой-ой-ой-ой-ой. Такс. Опять же. Такс. А на каком у меня... А на каком у меня топежа? Ну, топежа на четвертом. Была, по крайней мере. Во! Отлично! Во, топает. Кайф. Такс. Ну, наконец-то. Ну? А! Лошара. Дебил. Тормоз. Во! Отлично, наконец-то. Посыпалось добро, ёшкин кот. Ну, сейчас все соберем и покажу. О, что-то желтенькое. Много желтенького. Эх. Так. О, сразу же новый дроп падает. Короче, я тут слутал, аж перевес был. Ну, это, конечно, да. Это, конечно, да. И вот что у меня получилось. Ну, ягодки, конечно, это не нужно было. Пам-пам-пам. О, блочка. Раньше была бы, где очень нужно. А, все равно стрел нету. Из интересного. Вот это. 110 левел меха. Мне это уже нравится. Я вам так скажу, прям очень сильно нравится. Что еще? Ну, дробашку дашь мне, тебя ж. Что-то еще? Тег броня, тег ботинки. На 500 брони это прям классно. Опять кривых капсул долбанных, нафига, куда мне их девать. Но в целом, уже поинтереснее. Там что-то они воюют, братва там вообще прям ух. В целом, конечно, поинтереснее. Прям намного поинтереснее, чем что-либо. Но, опять-таки... А, вот из-за чего у меня перевес. 40 каменных стен. Классно. Баррикад! А, ну металлический я хотя бы разберу на ресурсы, на том уже хорошо. Фундаменты! Да уж. Ну, в общем, вот такой какой-то дропик получился. Пишите в комментариях, что об этом думаете. Честно, я не знаю... Что, как, где, получится, не получится за кадром все вот это дело дефать и так далее. Но, по сути, как видите, штука хорошая. Возможно, я сниму еще фиолетовый дроп, защита с фиолетового дропа. Ну, уже, соответственно, теперь буду на велике. На велике буду, потому что... Это раньше-то почему я был злой? Потому что велосипеда у меня не было. А теперь у меня есть велик. Забейте. Велик, он стреляет. Возьму также снайперскую винтовку, починю. И если что, будет снайперская винтовка. Ну, в общем, да. Велик все-таки намного круче в этом плане. Хоть и нельзя достать оружие, он сам стреляет не кисло. Если нужно будет вдаль, можно слезть и со снайперки пострелять. В целом, меня все устраивает. Реально, вот все устраивает. Если бы не вот тот затупок с телепортом, который вот там, видите, до сих пор стоит, грызет. Все было бы вообще просто идеально.
Но затупки, они на той затупке, чтобы они были. Ну, все было здорово. Мне понравилось, особенно дропы дефать вот так вообще изи-бризи. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, не, конечно, делиться моими единственными друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.